Доброе утро, Югра! Сегодня я хочу познакомить вас с циклом «Отблески Этерны» авторства Веры Камши. Не так давно первые книги из цикла были экранизированы в формате полнометражного фильма и получили неплохие отзывы. И мы решили познакомиться с этим автором поближе и узнать, в чем же ее секрет. Автор представляет нам фантастический мир Кертианы, который держится на четырех столпах, четырех великих домах, чьи потомки составляют ее мощь и славу. Перед нами классическая историческая фэнтези со множеством локаций, героев, с войнами, интригами и борьбой за власть. Действие первого романа «Красное на красном» происходит через 400 лет после прихода к власти узурпатора-бастарда, сделавшего лучших людей Золотой империи непримиримыми врагами. Самый яркий негативный персонаж – Алве Роке, умен, вездесущ и коварен. За его сюжетной линией читатели следят особо пристально. Но и другие герои ничуть не хуже. Всесильный кардинал и страдающая королева, юный провинциал на смешной лошади и рожденный в изгнании прекрасный принц, а также наш непобедимый мерзавец и уверенная в своем уродстве красавица. В общем, любой читатель найдет себе героя по вкусу. Эта серия идеально подойдет для тех, кто любит хорошо проработанные оригинальные миры. Ведь «Красное на красном» – всего лишь первая книга из 16. Цикл «Отблески Этерны» вы можете найти на полках городских библиотек Ханты-Мансийска. До новых встреч!